Да, прерванный полет. Ученики Игоря Шпильбанда, ну, я так понимаю, что Игорь Шпильбанд данную музыкальную тему и выбрал. Да, пусть вас это не удивляет, на самом деле это исполнение песни Владимира Высоцкого, но на французском языке французской певицы. Да, впечатляет танец, впечатляет музыка, естественно, сильная музыка Владимира Высоцкого. Песня сильная. И ребятам удалось показать настрой этой песни, сюжет. Такая любопытная история, ведь французские свои песни на французском...